Машина, где мы? Эвакуировали. В магазине игрушек заберешь. А да им зачем? Они мы защищают не жалкие ваш город. Букашки, да, супер, девушки, ниндзя, по поводу черепашки. Что вы делаете? Я себе тачку рвал. Ты чё рычишь на меня? Стой, стой, брат, где ты её взял? Я? Это моя, я на помойке нашёл. Я крыса, это моя машинка. Я брат мыши, я обожаю мышь. У меня у самого дома мышь. В любую дырочку залезу, слышите, мужики? Эй, рондон-дон. Сыра не будет? Немножко. В каком плане? Ну, немножко, там в кармане может. Вот, я смотрите, в небо смотрю. Ради вас. Никогда не видел крысу на двух лапах. Я людей не видел на двух лапах. Ух ты. Спасибо вам огромное. Ну я все, поехал за сыром. Спасибо. Давай. Садитесь, довезу. Её? Ну да. А, потому что вы большой. А, вы же больше, чем я забыл. Извините. Просто видите, я маленький, а вы большой. У меня, кажется, мне нужен медик. А вот он со мной, он тебе поможет, выходи. Психушку? Да. Крысы разговаривают. Это вам надо клизму ставить. Отлично. Я как сумка твоя или... Или что? Нет, ты просто типа сидишь у меня на этом. Ну, я в ладошке, отлично. У меня... Ничего себе, хвост стоит. У меня всегда так. А это да. Чего? Здравствуйте, товарищ полицейский. Здрасте. Вы слышали, у вас в полицейском участке крыса завелась? Ну да. А? Ты что такое? Я люблю салями. Что у вас здесь происходит? Девушка, извините, я понимаю, что вы боитесь меня, но сегодня я милый. Просто вот вы, этот из помойки, да, вылезли? Вы ее нашел? Жила тем самым, да? Черепашки не меняются, да? Да, вот сегодня только. Блин, подожди, по-моему, под солями не ты, а мы, раз мы с крысой разговариваем. Нет, так я же говорю, там же крыса черепашек учила. Да, это я, Splinter Cell. О, я хвост, смотрите, изо рта у меня. Как вам? Моешь его? Ты шпленная белка не хочешь делать? Я не только шпагу умею готовить, кстати. Ну, или крыса. Вы куда звоните? Я никогда не звонил крысам. Черепашек возьмите там с собой по помойкам полазь. А да им зачем? Они защищают ваш город. Букашки, девушки по поводу черепашки. Блять, мышка цокотушка, остановись, дай тебе поцелую. Да я не чмокаюсь с людьми, я по помойкам гоняю. Брат, это для тебя сердечко лично вышивался, прям. Спасибо, помогите, я застрял. Как? Ну вот как-то заехал, как выехать отсюда теперь? Ну как, возьмите на руки меня. Как? Вы же сильный мужчина. Рататуй, это ты? Нет, я Сплинтер. А, Сплинтер? Конечно. Ну, честно говоря, Сплинтер так себе, крыса. Черепашки только вчетвером нападали, по одному могли. Это такой этот? Техника такая? Нет, это потому что у них учитель крыса, вот почему они вчетвером нападали. Да. Я-то влажу сюда, видишь, а ты нет. Ты просто большой, тебе надо... понизиться немножко. А ну давай, лапы вверх. Вот. Поднял. Я человека поймал себе. Прикиньте, пошли на помойку. Погнали. Черепашкам. Нет, это в канализацию надо. Дай посмотрю шаурму. Почему? Пончик сырный у меня есть. Давай, пончик сырный. Спасибо. Возьми еще. Кушай на здоровье. Я подойти не могу, подожди. Я банку поем. Ну я рыбу эту не съем, она больше меня в два раза. Сюда, пончик. Опа. Вот это внезапно я влетел. А кто вы вообще машина? Я вашу машину себе, если что, забрал. Здравствуйте. Бонжур. Подождите, остановитесь. Ой. Я остановлен. Отойдите. Да не, стойте, отойдите. Я хочу кое-что попробовать. Не надо со мной пробовать ничего. Подождите, стой. Подождите, я достал документы, достал верхние, не шла одежду. Отпустите меня, пожалуйста, по-хорошему. Либо я черепашек позову. Не надо только на черепашек ниндзя. Машина где моя? Эвакуировали. В магазине игрушек заберешь. Подождите, дай вам лапку пожму. Я сейчас глаз инспекцию вызову.
Так тут есть одежда для крыс, нет? Не знаю, это магазин одежды. Скорее всего, тут только лишь одежда для людей. Провести круто время и найти себе новых знакомых. Мясо! Поднять деньжат и купить себе крутую тачку. Это все американские технологии. Все это можешь сделать на Majestic Roleplay. Ты все еще сидишь и не знаешь, что тебе делать с открытыми глазами, как эта сова. Тогда заходи по первой ссылке в описании. Нажимай скачать, а потом кнопку зарегистрироваться. И не забывай про халяву. Промокод LAMBA даст тебе 20 тысяч игровой валюты и премиум VIP-статус на 7 дней. LAMBA звучит, да? Ты уже на пути к богатой жизни. Первая ссылка в описании. 5-й сервер. Заходи. Как ваши дела? Да нормально. Какой? Я мяч проглотил. Апельсин больше, чем сам. Черепашки-ниндзя не нужны вам здесь? Не надо. В любом случае, если будут проблемы, решайте. Где самые лучшие помойки? У нас в клубе. Где самые лучшие крысы с усами? У нас в клубе. Немножко напугали. От инсульта надо что-то? Давайте. Таблеточку, сейчас выйду. Мужчина, я не кусаюсь. Вам нормально? Нам нормально. А галлюциногеном еще можно? Да. Смотрите, волшебным махом хвостом поднял вам все здоровье. Как вам? Нет, не получилось что-то. Значит, еще один взмах хвостом должен быть. О, вы упали. Что-то не тот взмах хвостом произошел, извините. Видите? У меня реально сердечный приступ был. Ну, это все потому, что вы крыс видите. Как вам моя новая прическа? Идет, да? Куда она идет? Слишком у вас крутая машинка, хотел бы я себе такую. Ну, видите, вы не такой маленький, как я, чтобы ее иметь. Повезло вам. Это что такое? Это что за маленькая машинка? Мы маленькие люди, маленькие машинки. А вы где водоросли на голове взяли? А, так я медуза. Да, трогай меня. Все, потрогал? Я могу в рот залезть? Да я хочу, подожди. Это неприятно будет. Ну, тебе, да, мне тепло. Но я в твоем ротике вообще так. Что? Почему крысы? Эй, не дави меня! Сам ты крыса. У меня галюны или что? Да какие... Привет, Сплиндер! Здравствуйте. Учитель, привет. Я все сущий. Я все сущий. Я су везде. Вы просто гений. Вы за Сплинтер. Что вы делаете? Я просто попу вам показал. Чего вы начинаете? Это знак приветствия. Опа, сюда его. Понесли. Закопай его в асфальт полностью. И почему у меня ног нет? Что он это было? И получил за это денежный выговор. А, вы еще понял. И денег кому дали? Можно я тоже нарушу и дайте денег? Я хочу нарушать! В смысле нарушать? Вы поехали выращивать черепашек-ниндзя? Нет, я не уже выросли. Кажется, или эта машинка перевозит контрабанду? Давайте-ка проверим. Сырную. Остановочку делаем. А, полиция за мной! Я спрятался, уедь отсюда. А ну-ка, бочи. О, я не могу, помогите! Куда летит? Хороший полет был. Спасибо. Опа, опа. Погоня лютая. Опа, опа. Это да его. А в кустах вообще тема прятаться. Ой. Куда? Куда лечу? Фига вы меня запульнули. Спасибо. А давно у нас машинки разговаривают? Какая машина? Алло. Я вожу ее. Че, алло? Бля, иди сюда, брат. У тебя усы бомбовые. Бля, чё за лапы в натуре легендарной? Не боишься я между ног? Очково. Откуси ему, бля, этот огурец его. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Данный человечек снимает самые лучшие видосы. На 5-м сервере Majestic. Всех люблю, всех целую. Откройте дверь, пожалуйста. Я зайти не могу. Сейчас мы вам поможем, откроем дверь. Заезжайте. Спасибо! Сейчас припаркуюсь. Он учил великих черепашек-ниндзя. Все правильно, это я. Я надеюсь, Санпин-станция к вам не приедет сегодня. Приедет, кстати. А, приедет? Меня здесь не было, им не говорите, что я здесь был. Мы тебя не раскроем. Не надо вскрывать меня. Я вскрывать не буду. Опа! Ну-ка, расчехляем карманы. Сейчас всех пропикаю здесь. Иди сюда, я тебя укушу. Куда? Я в твоих штанах. Мы потеряли мышь. Все, теперь ты мой карманный мышь. Да, в твоем кармане, именно. Ой, что это у тебя тут? Ну все, меняйте документы, вы теперь не мужчина. Здравствуйте, молодые люди. Мне нужен ваш номер телефона, чей-нибудь срочно прям. Я спрятался. Ой-ой-ой, ух ты. Аккуратно. Все нормально. Спасибо. Крыса на радиоуправлении. О, можно здесь пофинтить. Опа. Ю-ху.
Финты это не мое. Чу, это как? Ну, я маленький человек, да. А это сколько там? 10 сантиметров просто? Ну, не знаю, сейчас измеришь, хочешь? Ну, это получается, вот я как банка колы. Ну, две банки колы. Ой, куда? Хорошо, на колеса. А пчелобубек! Ты че чихаешь? Салам, брат. Здравствуйте. Я вам шины могу прогрызть. Не тараньте меня, пожалуйста. Вы слышали, здесь крысы завелись. Ничего себе. Аккуратней, посев могут съесть. Ну вы не кушайте только мою кукурузу, пожалуйста. О, кукурузу я искал. Не-не-не, вон он, идите вам к мужчине на поле. Я к мужчине не хочу. Мужчина, как, я какой я кустик не жалко? Это чё? Вам не жалко кустик один? Ну давай, давай. Все, я хаваю. Ну он такой вкусненький. Бля, ну ты вылезешь, кого-то откинешь сейчас. Вы еще не видели, на чем я сюда приехал. У меня свой автомобиль есть. Давай, показывай. Это моя автомобиль. Маленькие, маленьким мышонком маленькие автомобили. Мужчина, мужчина, идите покажитесь девушке на машине. Опа, мужика поймал себе. Мужика поймал. Видали такое вообще? Я вот как русско выросла, отнесите его туда. Идите меня там к девушке, пожалуйста. Где она бегает? Вон впереди, впереди, он видите, ходит. Я не вижу, я маленький. А, прямо. Там, туда бежим. Да-да-да. Давайте быстрее эту кукурузу. Куда быстрее? Ты видела мои лапки? Ариана. Девушка. Ариана. Сырная доставка. Девушка, сырная доставка. Ариана. Вы заберете доставку, нет? Что не сделаешь ради кукурузы? Все, главное, чтобы у вас посев всегда был. Девушки. Спасибо. Чтоб кукурузка стояла и дети были. У меня музыка из этих... Из черепашек. Вы кто? Откуда взяли такую машинку? А, это на свалке взял. Ладно, я сыр искал и нашел ее. Нормально вы. Красавчик. Ну а как, я большой бы не вместился туда. У меня бодикамера все фиксирует. Че передадите вообще? Не ведите себя плохо, черепашки-ниндзя накажут вас. Вот так еще. Опа. Тирекс. Запись. Все, хорошего пути вам. Свободно. Да, спасибо, спасибо. Ладно. Ой, я вошел в авто ваше, извините. Или это не ваше? Ай-яй-яй-яй-яй. Оформляем ДТП, получается? Ну да. А, вы и есть полиция? Крысиный отряд. Ну все, надо... Извините, сколько с меня? Да нисколько. Чего? Да я врезался в бампе. Опа. Это кража. На, забирай, крыса, твою машинку. Спасибо. Я могу только на лапы задние вставать. А Сак не научился что делать? Да пока нет. Очень у вас пижамная компания какая-то? Конечно. Типа того. Эй, тачку верните! Моя машина! Блин, это какой-то кринж. Majestic Roleplay. Наслаждайтесь игрой. Странно, да? Нихера вы красивая. Опа, это что? Крыса! А можно с вами прокатиться, мистер Крыса? Ну, тут место для крыс столько. Если вы крыса, можете сесть. Поехали. Я еще та крыса. Че вы? Я понял. Да я тебя сфоткаю, я первый раз такую машинку вижу. Сфоткала? Ну, давай, попробуй. Все там, закончилась пленка? Да, спасибо. Я требую машину такую. Садиться. А ну стой, подожди, возьми меня с собой. Только настоящие крысы сюда могут залезть. Это что такое? Что такое? Что за игрушка? Так она маленькая, как это, на пульту управления тачки. Да нет, я влез в нее. Ну-ка давай отъедем сюда в сторону. Давай. У тебя не... Да ты мышонок сам. Ну да, я и влез в нее. А где ты эту тачку взял? Ну я на помойке нашел. Ой, да ладно ты на помойке. Короче, ну, понятно, да. Ладно, тебе контент такой сделали. Я сначала такой думаю, что за фигня такая пролетела мимо, блин. Думаю, это дрон что ли какой-то. Не, ну так-то прикольная, конечно, тема. Поднял настроение, да? Ну да, спасибо. Да, и хорошего дня тебе.